Antoni Hoskonen. Ребят, спасибо. Кто-то хочет стендап, ребят? Ребят, сразу скажу для отчетности, что я никогда в жизни не цеплял прищепку ни на 1000 дела. Сразу для отчетности. Ребят, Серега! Пока не достану, сразу. Однажды принял больницу, ждал своей очереди, в коридоре, при всех, понятно. Ну и когда уже подошла моя очередь, вышел врач и говорит, вы Снеповский? Я говорю, да. У меня для вас хорошая новость. Возможно, нам получится спасибо член. Я говорю, почему, что за херня, ну, я с тобой сидел. Пенис. Я типа говорю, что за фигня, я же стал очень популистом, это не вписывается. Но потом, понятно, что это оказалось шутка, и я подумал, это очень круто, реально, очень смешно. И я подумал, что мне в мозге надо где-то применить. Я работаю в банке, и на следующий день... Все работали в банке. Да, я работаю в банке, и на следующий день я пришел в банк и подошел к своему коллеге, при всех экономическую, сказал, что мне, возможно, даст спасибо пенис. Реакция последовала молниеносной, меня попросили написать заявление об увольнении, и почему-то обвинили меня в гомофобии. Я типа говорю, что типа? Я говорю, я даже не знаю, что он гей, типа, что за фигня? Ты был, я. Мне очень нравится. А чувак говорит, типа, я не гей. Он сказал с такой интонацией, что я сказал, понимаете, что по его интонации, скорее, да, он гомофоб, чем я. Понимаете? Тем не менее, меня уволили, все, я... Я остался без работы, но только период, когда я уходил, и ко мне подходили коллеги, с кем я тогда пересекался, и говорили, что... Ну, и говорили, давали мне какие-то советы, но, кстати, я, в которых я совершенно не нуждался. И они подходили с таким видом, что, парень, я лучше, чем ты. Поэтому там тебе советы. Их было довольно много, и в принципе все советы заключались в одном. То есть, если выразить главный смысл, то совет был такой, чувак, если туда шутить прописки. Меня уволили, мне довольно грустно было, потому что иногда были у нас особые моменты. То есть буквально неделю назад президентские были в Америке, где выиграл Трамп, у нас было большое обсуждение, большой ажиотаж в банке. В принципе, в России был большой ажиотаж. Я думаю, что если бы россияне начали голосовать на этих выборах, то явка в этих выборах была бы больше, чем явка на последние наши российские выборы Госдумы. Подумайте. Да, спасибо, Жиза. Я слушаю много экспертов, читаю всякие эксперты политические, и они говорят, что все боятся, что Трамп устроит какую-то жесть, и всем будет очень плохо. Эксперты говорят о том, что ничего не будет плохого, потому что в Америке очень хорошо построена система сдержек и противовесов, которая не дает страну устроить какую-то жесть. Для сравнения, я думаю, что Владимир Путин вспоминает о системе сдержек и противовесов, кто будет заходить в спортзал немножко подкачаться. Закончится мой суперсоциальный стендап. Единственное, что хочу сказать, то что после меня еще выступает Артем Янсен, который последствия будет называть Артем Снежок Янсен. И Эдди Мёрфи. Олег подсказывает, что Эдди Мёрфи не будет. Но, в принципе, Артем Янсен тоже неплохо, да, ребят? Тигр 24/7. Нормально. Я засыпался, ребят.